У них было 11-е место на прошлом чемпионате Европы, но это место было не совсем заслуженное в том плане, что не то чтобы их засудили, но перед этим на чемпионате Европы в Хорватии, в Загребе, они были 8-ми и вообще шли так по восходящей в своей карьере. И тут 11-е место. Но я хорошо помню эту ситуацию. Им просто в какой-то момент не засчитали один из элементов. Считали, что поддержку они выполнили не то что с ошибкой, а с нарушением правил. То есть там много запрещающих есть моментов, и все это их отодвинуло на 11-е место. Но на этом чемпионате Европы они претендуют на попадание чуть ли не в пятерку. Очень интересная программа больших мастеров. В эмоциональном плане вот такое было ощущение, что по ходу этой программы они сдерживают вначале свои эмоции, хотя они чувствуются, и потом все это выплескивается. Очень интересная интерпретация, то есть отражение музыки, это тоже очень ценится арбитрами. Но и главное...